Конаковская агломерация станет еще одной территорией Верхней Волжи, где планируется внедрение новой модели пассажирских перевозок. Этот вопрос был рассмотрен правительством Тверской области. При этом губернатор подчеркнул, все аспекты должны быть тщательно проработаны, чтобы новые автобусы начали курсировать в заявленные сроки, а маршруты полностью удовлетворяли запросы граждан. Новая модель пассажирских перевозок продолжает успешно внедряться в Верхней Волжье. В прошлом году она начала функционировать в Тверской агломерации. Менее двух недель назад вот такие синие автобусы появились на дорогах Ржевского, Старицкого, Кимрского и Зубцовского районов. На очереди другие территории, среди которых и Конаково. Новая схема для этого муниципалитета уже прорабатывается, причем с учетом местной специфики. Здесь особенная специфика Конаково. Это в том числе и территория района, который расположен на другой части реки Волги. Там огромная протяженность. Правительство Тверской области уже рассмотрело основные параметры новой маршрутной сети Конаковской агломерации, варианты подвижного состава. Все автобусы будут оснащены системами видеонаблюдения, ГЛОНАСС, климат-контроля, безналичной оплаты проезда и медиапанелями. И, естественно, они будут оформлены в стиле транспорт Верхней Волжья. Очень большое количество заявок от жителей Конаково, чтобы им организовать транспортную модель. Конечно, еще предстоит правильно выстроить маршрутную сеть, чтобы это все работало эффективно. И люди, я уверен, будут к этому, в этом процессе брать активное участие. И наша задача, конечно, это удовлетворение потребностей граждан. Что касается сроков, то, согласно планам, новая модель пассажирского транспорта заработает в Конаковском районе 3 марта будущего года. Губернатор призвал не терять время и за эти 8 месяцев отработать все аспекты, закупить всю необходимую технику, набрать и обучить персонал, чтобы с первого же дня система работала как часы.